Рязанские поисковики вместе с коллегами из других регионов нашли останки более 300 красноармейцев. Раскопки проходили менее месяца назад в Орловской области. В них принимали участие и курсанты Академии ФСИН России. Для Дмитрия Дорошенко это не первые раскопки. Он более 5 раз становился свидетелем того, как погибшие герои находят место своего упокоения. На этот раз курсанту самому удалось найти погибшего солдата. Молодой человек признается, была и радость, и слезы. Уж очень близка ему эта тема. Его прадед погиб на войне. Всего мне в раскопках запомнилось то, что когда мы поднимали солдата, мы нашли медальон смертный, естественно, останки, личные вещи солдата, и мы передали медальон на экспертизу, тем самым экспертиза в ближайшее время установит, откуда солдат, где воевал, какой фронт. И тем самым мы узнаем судьбу солдата и постараемся в дальнейшем передать останки родственникам. Дмитрий является активистом военно-патриотического клуба ФСИН России «Поиск», которым руководит Виктор Луканин. Виктор считает, что переоценить эту деятельность сложно. Каждый герой достоин памяти. Для всей страны важно, чтобы все, кто погибли в годы Великой Отечественной войны, кто совершил свой подвиг, чтобы они были с честью захоронены. Вот. И также это важно для родственников этих красноармейцев, чтобы знать их судьбу, чтобы можно было прийти на их место захоронения, положить цветы. Для того, чтобы вернуть имя безвестно канувшим в историю советским воинам, курсанты Академии изучают архивные документы, принимают участие в раскопках и встречаются с родственниками погибших. Не забывают они и про живых. Ветеранам Великой Отечественной войны особое внимание и почет. По словам Виктора Луканина, планов у военно-патриотического клуба «Поиск» много, а работы еще больше. Мы планируем в ближайшее время продолжить поисковые работы на месте падения самолета в селе Агропустынь. Вот, а также проверить информацию, что на территории Сасовского района тоже есть обломки самолета. Вот, необходимо обнаружить их, идентифицировать и определить судьбу экипажа. Благодаря молодым ребятам без вести пропавшие солдаты вновь обретают дом, а родственники находят своих героев. Мария Рудаем, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».